Здравствуйте. Представляем вашему вниманию автоматический этикетировщик АЭ-8. Данный агрегат состоит из следующих компонентов. Первое – это узел подачи этикетки. Далее – резервуар с клеем и роликовым механизмом подачи клея. Узел переноса этикетки в рабочую зону. Этикетка удерживается на ремне при помощи вакуума и перемещается в зону обкатки. Ролики для контроля положения ленты. Управление происходит с пульта оператора. Для удобства эксплуатации присутствует функция плавной регулировки производительности от минимальной до 6000 штук в час. Сейчас продемонстрируем его работу. Сначала на маленькой скорости, потом на большой.